Детский сад номер 76 открылся всего год назад, однако дети успели здесь освоиться и подружиться не только с воспитателями, но и со всеми сотрудниками. Ребята тщательно подготовились к их профессиональному празднику. Сегодня праздник для школьного работника. Вам этот праздник нравится? Да. Строгие у вас воспитатели? Нет. Добрые, веселые. Хорошие. В детском саду номер 76 много молодых сотрудников, готовых встречать каждый новый день вместе с детьми активно и познавательно. Больше всего мне, конечно, нравится это общение с детьми. Вместе проводить с ними время, что-то создавать, что-то новое, экспериментировать, что-то новое изучать. Дошколята охотно поделились впечатлениями о своей воспитательнице. Очень добрая и учит нас математикой. Она хорошая и выгуливает нас. Она очень-очень красивая. Вы любите свою воспитательницу? Да. А что вы больше всего любите делать вместе с ней? Лепить, рисовать, заниматься. Рисовать красками. А гулять любите? Да. Вместе с воспитателями поздравления с профессиональным праздником сегодня принимают все работники дошкольного образования. Здесь важны и повара, и доктора, и воспитатели, и няни, и завхозы, и те, кто моет нам полы, и кто стирает белье. Вот сколько у нас много разных профессий, и все они очень важны в нашем детском саду. Учитель-логопед Кристина Карпова определилась с выбором профессии в 17 лет. Второй год она работает в детском саду с ребятами. Я очень люблю детей и всегда на работу иду с радостью и с улыбкой. Правда, они встречают всегда, обнимают. Это мне очень нравится моя профессия. Эту профессию я выбрала, потому что у моей сестры были проблемы с речью, и мне очень захотелось помогать детям. Меня научила уговаривать букву «Р» Кристина Александровна. А как она тебя научила? Какие вы упражнения делали? Мы заводили как будто машину так. Черной ночью черный кот прыгнул в черный дымоход. В дымоходе чернота, а ты ищи котам кота. Она как солнечный рассвет, она бесспорно лучший маг. Она кудесник, логопед. Она корявый речи враг, и стали дети говорить все внятно, четко, грамотно. Воспитатели первых детских садов называли садовницами. Для всех, кто взращивает цветы жизни, помогая им раскрыться во всей красе, звучали искренние слова благодарности, стихи и песни. Я бы хотела поздравить всех своих коллег с этим чудесным днем, пожелать им сил, терпения, хорошего настроения, как можно больше таких замечательных детей. Любимые воспитатели, поздравляем с праздником! Поздравляем! Любовь Лукашина, Сергей Сацков, «День города».